Ну, пока в городе жарко и душно, многие предпочитают активный отдых в горах или в лесу. Для этого необходима, конечно же, особенная экипировка, чтобы было комфортно и легко. О том, что в этом плане любителям путешествовать предлагают магазины спецодежды, смотрим в следующем сюжете. В последнее время экстремальные увлечения стали образом жизни многих людей. Если вы готовы прыгать с парашюта, стать частью природы и покорять вершину, то этот магазин, как ни кстати, придется по душе для любителей активного времяпровождения. Цвет, качество и выделка. В такой одежде хоть по каменистым вершинам, на охоту или просто на отдых. Удобно, комфортно и практично. Это именно про магазин Discovery Shop. Универсальная одежда известных брендов Arc'teryx, The North Face, Odla, Marmot. Если сказать проще, это как Dolce & Gabbana для альпинистов, скалолазов и путешественников. Ботинки, перчатки, палатки, термосы, головные уборы, рюкзаки, спальные мешки. Огромный ассортимент экипировки, который придется по вкусу настоящим поклонникам увлекательного досуга. Обеспечить себе комфортные условия при активном отдыхе совсем не сложно. Достаточно приобрести экипировочную одежду, которая даст необходимый уровень защиты при максимальных физических нагрузках и погодных явлениях. Если вы решили пойти в поход или заняться туризмом, то необходимо три вещи, которые подойдут для любого путешествия летом. Походное снаряжение надо подбирать так, чтобы вам было комфортно, тепло и сухо. Максимальная функциональность при минимальном количестве и весе. В любом случае, в любых маршрутах, в первую очередь, правильная обувь, не натирающая, не отвлекающая внимание или, как бы сказать, не зацикливающаяся на неудобствах одежда, это прежде всего это функциональная, удобная одежда, которая, ну, допустим, летом она должна быть высыхать быстро, то есть впитывать пот и как бы выводить влагу. Зимой сохранение тепла, в данном случае термобелье, правильный рюкзак. Очень необходимая вещь, потому что неравномерное распределение нагрузки на тело, оно может как бы выбить из колеи туриста. Мембранная куртка, флисовая кофта, трекинговые ботинки. Выбор снаряжения зависит от сезона. Зимой следует выбирать экипировку с терморегуляцией, гидроизоляцией и легким весом. Летом ткань должна быстро сохнуть, не задерживая себе воду и отталкивать солнечные лучи. Я познакомилась с этим магазином где-то год назад. Мы с девочками, с детьми поехали в прошлом году в Гунип отдыхать. И встал вопрос экипировки. Вот первый раз я и попала в магазин Discovery Shop. Честно, во-первых, как дизайнер, обожаю этот интерьер, а товар просто всегда можно найти то, что по душе. Все это в магазине Discovery Shop объяснят и покажут каждому клиенту. Адрес Доходаева, 60. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Таиф Аливердиева, телеканал ННТ Махачкала.